Если на дворе лето и за окном громко щебечут птицы, то волей-неволей думаешь только об отпуске, предвкушая ярчайшие минуты удовольствия. Но, к сожалению, наши планы не всегда совпадают с планами руководства. Да что там, как правило, вообще не совпадают. Михаил Борисович, можно к вам? Да. А, Максим, проходи. Все это хорошо, я тебя отпущу. Но есть у меня для тебя одно важное задание. Михаил Борисович, у меня же отпуск. Срочно нужно найти и отправить грузовую машину в Казань. Да, найти нужную фирму, да еще и срочно, бывает иногда не так-то просто. Особенно если фирм много, а телефоны, как правило, не всегда совпадают. Тут приходится подключить все, что имеется под рукой. Да, мама. Новые окна? Сегодня? Найти фирму? Но... Хорошо, я постараюсь. Ух, ну денек сегодня. Называется, в отпуск собрался. Максим, что у тебя случилось? Мне нужна фирма, а вернее две. Никак не могу найти телефонов. Пропал мой отпуск. Еще год назад мы и представить себе не могли, что любую информацию о нашем городе и о нужной вам фирме вы можете получить легко и просто. Стоит лишь кликнуть клавишей мышки. Городской информационный справочник – это находка для наших горожан, позволяющая с легкостью ориентироваться в городе, находить товары, услуги или клиентов, тем самым экономить наше драгоценное время и деньги. Да, солнышко? Дорогой, ты нашел турфирму, где мы будем брать путевки? Представляешь, теперь даже ты сможешь найти любую фирму, которая тебе нужна, и даже больше. Воспользовавшись услугами справочника, вы легко найдете нужную вам фирму по названию, по адресу, по рубрике, по сайту, по номеру телефона. Выбрав компанию, вы узнаете ее местонахождение, а также телефон и время работы. При желании можно узнать, как и на каком транспорте добраться до нужного вам объекта. А наличие такого инструмента, как «Радиус», позволит найти нужный объект в заданном радиусе. И еще один очень приятный нюанс – это возможность распечатать фрагмент карты, что, согласитесь, очень удобно. Все, шеф, загрузили. Что, мам? Уже привезли? Нравится? Ну и прекрасно. Милый, путевки уже у меня. Мы все же летим в Италию. Справочник просто класс. Спасибо за совет. ДубльГИС – это ваш справочник на каждый день. Здесь вы можете найти все компании города, адреса и телефоны, часы работы и маршрут проезда. ДубльГИС – все, что ты ищешь. Скачай бесплатно на www.2gis.ru.